Цена только сегодня. Каждый день мы представляем вам один товар по исключительно низкой цене. Действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Специальное предложение только сегодняшнего дня – это сапоги женские Millicent. Впервые по такой цене 1799 рублей, больше такой цены на нашем телеканале именно на эти сапоги уже не будут. Наташа, в предыдущий эфир, я помню этот успех, было продано более 3000 таких пар, представляете? И это зимние сапожки в размерах от 37 до 42. Вот знаешь, Наташа, бывает такое, что женщине вот повезло, немножко худенькая, да, и не отекает, и никаких вальгусных деформаций нет. А вот у меня у тети как раз таки все это присутствует. Слушай, ну у меня настоящий зимний подарок для твоей тети. Действительно, теплые сапожки полностью на меху, при этом увеличенная девятая полнота, уже изначально расширенная конструкция голенища, плюс система подстроек, которая подстроится даже под совсем нестандартную голень. Так, интересно, посмотрите, да? Вот она, эластичная лента. У нас для вас есть целых 6 цветов на выбор. Давайте на них прямо сейчас и посмотрим. Кстати, фиксированная доставка действует на наше спецпредложение дня сегодня. Давайте посмотрим. У меня в руках сейчас этот цвет черный. Посмотрите, классика жанра. Черные сапожки – это классика женского гардероба. В этом заказе модификация будет называться просто черный. Вот, а следующая модификация будет называться в заказе коричневый. На самом деле у нас все сапоги украшены очень нежной вышивкой и пайетками. Вот эта модификация будет называться шнуровкой. Отличает ее то, что здесь у нас сзади есть шнуровка с меховым клапаном внутри, которая будет позволять подстраивать максимально под любую голень. То есть здесь у нас эластичная лента, а здесь шнуровка подстраивается. Абсолютно верно. Далее у нас коричневый цветок. Вот здесь у нас тоже сзади эластичная лента. Посмотри, какой прекрасный совершенно блеск пайеток, которые сделаны тон в тон к основному цвету наших сапожек. Ну и еще один цвет у нас есть, на котором мы, кстати, уже начали эксперимент. Так. Итак, черный цветочек, который мы уже поставили в сугроб, потому что я тебе хочу показать, что это не просто стильные сапожки, которые подстраиваются под полную ногу, которые теплые, но они еще оставят наши ножки сухими. То есть выдержат даже слякотную погоду, да, которая часто у нас бывает с вами. 1600 рублей экономии, самая выгодная покупка, еще одна модификация, это называется модификация... Черная вышивка. Черная вышивка. Смотри, она здесь тоже уже дополнена стразами, то есть нежное мерцание нас будет сопровождать ждать везде. Марина выбирает для себя сегодня коричневый цвет. Посмотрите, вот она, эластичная лента. Специальное предложение дня. Это самая выгодная покупка в течение суток на нашем телеканале. Сегодня экономия 1600 рублей на зимние сапожки. Роскошные, с вышивкой. Обратите внимание, самая выгодная покупка, которая действует даже не целый день. Да? Сегодня у нас, я думаю, будут заканчиваться очень быстро размеры и цвета, потому что это самая сезонная и самая актуальная покупка на нашем телеканале. Ну что ж, давайте посмотрим еще раз и будем подбирать размер. Наташа, размер на линейка радует. От 37 до 42. Как будем правильно выбирать? А все здесь очень просто. Выбираем четко размер в размер по российскому размеру. Дальше они подстроятся. Я чуть позже тебе покажу все системы подстройки. Посмотри вообще, что мне в них нравится. Здесь продумано, Арин, абсолютно все. У нас здесь двухфакторная подошва, двухслойная, для того, чтобы мы крепко стояли на ногах. Они классического фасона сделаны, чтобы, опять же, подходили под большинство зимних образов. Знаешь, чтобы не покупать две зимние пары, да, по эту под брюки, эту под юбку. Вот сапожки Millicent прекрасно совершенно подойдут подо все образы. Ну и вернемся, конечно, к удобству. Итак, я уже сказала, что здесь, во-первых, полнота девятая. Полнота девятая – это то, что вот здесь вот, когда мы говорим о ширине ступни. В основном в магазинах 6-7, здесь девятка, если широкая ступня, если вальгусная деформация, нам здесь хватит пространства. Но это еще не все. Смотри, Арин, конструкция продумана здесь в плане именно ширины голенища. Вот для того, чтобы можно было как бы примерить сапожки к себе, я замеряю высоту их, смотри, 31 сантиметр. И сразу на высоте 31 сантиметр замеряю Маринину ножку. Вот она, кстати, знает эту проблему, очень часто не может подобрать себе в магазинах сапоги. Итак, 47 сантиметров, сразу обращаю внимание, благодаря конструкции голенища нигде не передавлено. И вот эта эластичная лента в данный момент ей даже еще и не понадобилась. То есть плотные брюки, шерстяные джинсы сюда легко соправятся. И вот уже видно по фасону, что здесь действительно продумана сама по себе конструкция, которая позволяет
позволяет любой голени внутри находиться комфортно. Я уже представляю вас, как вы идете, допустим, с утра на работу, да, если приходится долго стоять на работу, как вам будет тепло и удобно в этих комфортных сапожках. 9-я увеличенная полнота. В то же время в таких сапогах можно появиться и достойно выглядеть на вечеринке, да, на торжестве, на любом празднике, абсолютно в кино, в театр или на работу, неважно, в таких сапожках вам всегда будет тепло, сухо и комфортно. Тем более, что 9-я полнота — это, конечно, подарок для тех, кто никак не может выбрать для себя зимнюю достойную обувь. Очень густой мех внутри, хорошая подошва. Я обожаю такие предложения, тем более, когда вижу цену 1799 рублей. Представьте, сколько в магазинах сегодня стоит зимняя обувь, а это сапоги, предмет мечтаний каждой женщины. Я помню, у меня мама, когда в свое время мы жили в Иркутске, она ездила в другой город, в Ангарск, для того, чтобы купить для себя длинные сапожки, да, вот полноценные зимние. Раньше это было роскошью, сегодня доступная цена 1799 рублей и размеры до 42-го. И ведь это увеличенная полнота, а значит, если не можете выбрать в магазинах, звонить прямо сейчас. Ну, давайте еще раз посмотрим на нашу акцию. У нас сегодня киберпонедельник проходит, и на нашем сайте сегодня www.shopandshow.ru максимальные скидки действуют прямо сейчас. Вы сегодня и дозваниваетесь в прямом эфире, и делаете заказы на нашем сайте, потому что там большая распродажа. Слушай, ну давай тем временем вернемся все-таки к теплу. Хочу тебе показать сравнение натурального мутона с нашим экомехом, который, взгляни, отличается только по цвету. Класс. Смотри, фактура экомеха от фактуры мутона совершенно неотличима, потому что структура каждой ворсинки идеально повторяет структуру мутона натурального. И по толщине, и по густоте у нас здесь абсолютная схожесть, поэтому тепловые качества до минус 15, и при этом, при всем, мы будем чувствовать себя комфортно в помещении. Представляете, да, вот я тоже сейчас даже прикасаюсь, понимаю, насколько похожи два этих меха. Эко-мех и эко-мутон. И мутон натуральный. Вот та же воздушная подушка, да, которая нас будет согревать, есть в современном эко-мехе. Мягкий, теплый, невероятно густой, как шубка внутри обволакивает ваши ножки и будет согревать при температуре до минус 15 градусов. Ой, я обожаю такие сапожки, знаешь, в которых стоишь на остановке и не думаешь, когда же придет автобус. Стоишь, наслаждаешься просто. Даже если ты стоишь, какой-то слякоть, который сейчас очень много будет у нас на дорогах, посмотри. Все это время у нас сапог стоял в имитации жижи. Это снег, это лед и вода. Посмотри, благодаря литьевому методу крепления подошвы мы получаем абсолютную герметичность, потому что нет швов, стыков и соединений между подошвой и основной частью сапожек, поэтому совершенно спокойно гуляем даже по слякоти. Наслаждайтесь, получайте удовольствие и, главное, экономьте с телеканалом Shop & Show, пока действует специальная цена –